задача такая, чтобы влюбить и как можно больше привлечь детей для занятия волейболом. Это как те золотые крупинки, которые нужно отмыть, пересеять, чтобы найти действительно талант. Когда выигрывает спортсмен соревнования, он крутой и про тренера немножко забывается. Спортсмену все, а тренеру ничего. Поддержка российских тренеров сегодня – это очень важный фактор для того, чтобы молодые люди пошли в профессию. Они понимали, что их труд будет оценен государством.